В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства. Уже сейчас известно, что вывоз мусора подешевеет. Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Постановление правительства позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что изменения позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время.